Одинцовскую библиотеку номер один все чаще приходят не только за книгами, но и на разные интересные мероприятия. На этот раз школьники из 7-й гимназии города Одинцова приняли участие в экологическом квесте «Я люблю эту планету». Мы решили показать, что, скажем так, участвовать в экологической жизни нашей планеты можно весело, можно не слушая нудные лекции, как это бывает обычно. Когда мы знаем очень много примеров, дети приходят, сидят час, им это скучно. Они выходят так, ничего не запомнив, при этом, ну, как бы потеряв час своей жизни. Мы же сделали так, что они узнали какие-то интересные вещи. Помимо этого, они поучаствовали в игре. Для начала школьникам дали задание собрать пустые бутылки, крышки, ручки и фломастеры. А потом вместе с автором познавательной игры Ириной Афат на лекции школьники смогли разобраться, для чего же это было нужно. Мелания учится в 4-м А-классе. Говорит, что все ребята собирали пластик, чтобы очистить планету в рамках акции по переработке. Ее семья тоже заботится об экологии. У меня бабушка и дедушка, у них такие ведра деревянные, и туда они разделяют пищевые отходы, пластик, бумагу и стекло. И потом они вывозят на специальные свалки, где разделенные контейнеры. Сразу после лекции ребят ждала интересная игра. Они разгадывали ребусы, собирали фразы, искали бонусные деньги и учились разделять и сортировать мусор. Игра называется «Я супергерой». На данный момент она проходит только в городе Одинцово. Это как пилотный проект. Город Одинцово – мой родной город. Я решила сделать такую игру для деток, чтобы познакомить их с вопросами экологии. Потому что не каждый, даже взрослый, знает, куда, допустим, можно сдать пластиковую бутылку или для чего нужно собирать отдельно крышечки, и что даже зубные щетки можно сдать на переработку. Теперь школьники знают, как разделять макулатуру, стеклотару и пластмассовые изделия, и куда их можно сдать. Всем участникам были вручены грамоты за помощь в спасении планеты Земля и памятные значки. Спасем планету вместе! Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».